друзья. Вот какое главное оружие защиты, наверное, именно против каких-то ваших врагов, недоброжелателей. Наверное, дорогие мои, это то, что не считать их для себя врагами. Вот, вот так вот. И какие-то негативные воздействия, какие-то намерения негативные в сторону вас просто-напросто принимать как некий опыт, опыт для именно вашего развития. То есть вот с такой точки зрения. И, конечно, то есть быть обязательно уверенным в себе, уверенным в своей силе, уверенным в какой-то... Именно должна быть уверенность, что вам ничего абсолютно не может повредить. Вот, дорогие мои, такие мысли. Ну и техники защиты, наверное, это... То есть они у каждого, может быть, свои. Есть какие-то универсальные, но у каждого именно интуитивно, то есть они свои. Ну и самое главное, не нападать самому первому. Да, и не искать вот именно себе каких-то недоброжелателей. Да, вы, ну, вот как бы, если находясь в каком-то таком состоянии, вы можете чувствовать мысли, да, люди, которые находятся далеко-далеко от вас, вы знаете даже, о чем они думают, и чувствовать и слышать их разговоры, которые... где-то за вашей спиной говорятся. Ну вот, как-то так, дорогие мои. Ну, видите, я так вот ни о чем и обо всем. Счастья вам, дорогие мои друзья, и рады.